Книга «Открытым оком», том 1, тема «Внутренний мир человека», вопрос 238. Уныние и нерадение – это разные вещи или одно и то же? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Нерадение – это безразличие, русское абы как, и так сойдет. Лежало оно до нас 1000 лет, пусть лежит и дальше. Старообрядческая мудрость о том, что ничего не надо улучшать и совершенствовать. Книга Иисуса Навина, 18.3. «И сказал Иисус сынам Израилевым, долго ли вы будете не радеть о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших?» Притча 18.10. «Нерадивый в работе своей, брат расточителю». Притча 19, 15 и 16 стихи. «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадящий о путях своих погибнет». Матфея 6, 24. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Лука 11.42. «Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять». Иоанна 10.13. «А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах». 1 Тимофея 4.14. «Не роди о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 3 Ездра 7.20. «Погибают многие в этой жизни, потому что не родят о предложенном им законе Божием». 3 Ездра 15.16. «Люди сделаются непостоянными, и одни других, одолевая, вознеродят о царе своем и начальнике о ходе дел своих в пределах своей власти». Сирахов 4.33. «Не будь скор языком твоим, и ленив, и нерадив в делах твоих». 14 раз Библия упоминает о нерадении, и всегда в отрицательном смысле. Нерадение порождает плохо сделанные дела, оно обычно там, где нет дисциплины, ответственности. Нерадивые люди всегда как будто в сонном ожидании, что жизнь даст им что-то более интересное, чем настоящее. Блаженный Августин детально в пророческом состоянии рассматривает жизнь и подводит итог. «Нам принадлежит только миг. Будь бдителен, бодр, суров к самому себе, как будто следующая секунда уже не наша». Колоссянам 3.23. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. А если не так, то остается абы как. Такая работа конкурс не пройдет, и никто этим не может быть доволен. Уважения нет, почета нет, наступает уныние от плохо сделанной работы». 1 Тимофея 6.6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Любую работу нужно делать с радостью и благодарностью, что Бог позволил участвовать в этом. Обязательно прочтите, кавычки открыты, «Один день святой жизни», кавычки закрыты, митрополита Григория. Всегда делать работу быстро, чтобы она не надоела. Забвение нас затюкало, заело, на каждый шаг, где положил, сказал, считаем это льготой так умело, чуть что блеснет привычная слеза, ведь я не специально, ты не веришь, да я и не хотел, но как-то позабыл, то шторки не закрыл, то рот, то двери, а ты что, разве стариком не был? Мукуролесьем, слово извержением, пускай пузыри по бороде, наобещаем всем святым, но женим совсем не так и на той воде.
У нас страна тройного измерения. Одно мы думаем, другое говорим. Но в-третьих нам не сделать. В каждом, Ленин, в забвении страха Божия, как в Рим. Со всех сторон, с любого начинания, взрываем языком по борозде. Нам силы воли не хватает, знания, но полон рот слюней по бороде. Забыл, не был, три короба в запасе, с трибуны депутатской набрехал. Нам паспорт, наш паспорт нам не свой, чужая подпись в кассе, кричим делами, я болтун, нахал. Но на суде, на том, где адвокатов наших не будет, каждый за свою печать, за смысл, за намерение, тихий кашель и за подмигивание будем отвечать. Какие книги и библиотеки из наших слов, забытых обещаний, нам срок провозгласят отныне и вовеки, в том воскресении, которого мы чаем. Припомним срочно лютое забвение наш враг, не адвокат и явно не помощник, что обещал в воде, на суше, на коленях, в глаза, по телефону и заочно, сам распуская забвение арсеналы, у христиан без клятвы, да и нет, алмазы тверже, чтобы нас признали за тех, в ком Бог, как истина и свет».